это сделал. Таков удар, таков и вратарь. Все в этом эпизоде на высочайшем уровне было. Все сыграли блестяще. Великолепный удар, но вратарь ждал его и вроде бы без труда отвел опасность. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Вот это вратарь! Как он спасает тут! Браво, голкипер! Просто браво! Настоящий герой в этом эпизоде! На коротке решили разыграть угловой. Навешивает в штрафную. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. И что дальше тут будет? Сбрасывает мяч. Маркиньо! Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Вратаря за недавний эпизод со спасением сейчас должны вдвойне оберегать. Здорово читает игру вратарь и раньше других забирает мяч. Хороший пас на ход. Первым на мяче вратарь оказывается. Николя Палова. Опасно тут может получиться. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Данилу Перейра. Нет, не пойдут они в прессинг. Будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним поближе. Пройдет тут навес. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Шанс убежать в контратаку есть у команды.